Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Круг 2015 года. 50 незнакомцев просыпаются в огромной камере, не имея понятия о том, как попали сюда. Собранные в круг и не способные двигаться, они быстро понимают, что каждые 2 минуты одного из них будет убивать странное устройство в центре комнаты. Вскоре им становится ясно, что жертва выбирается не случайно, а ими самими, что они могут коллективно влиять на выбор, который делает машина. Но как решить, кто заслуживает умереть? И что будет, когда останется лишь один человек? Экзамен. Одна крупная корпорация проводит кастинг на вакантную должность. 8 успешных кандидатов дошли до заключительного этапа выборов. Каждый хочет стать счастливчиком и ради этого готов расправиться с соперниками. Действие фильма усиливает ограниченное пространство и психологический накал. Ощущение безнадежности и отчаяния, которые испытывают герои, поставленные в безвыходное положение. Мулен Руж 2001 года. Действие фильма разворачивается в 1899 году в знаменитом парижском ночном клубе. Мулен Руж – это не только дискотека и шикарный бордель, но и место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и готовые платить за это наличными.
Мы. Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и в мифологии разных народов, является история о Великом Потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покарал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!